Певица Тина Кароль на сцене уже 15 лет. Но кажется, только сейчас наступил пик ее популярности. Ее приглашают во всевозможные телешоу и на фотосессии в модные издания. Ее песни становятся хитами, а армия поклонников неутомимо растет. Кроме сценической деятельности, Кароль увлекается блогингом. В своем аккаунте в соцсети Instagram она регулярно радует поклонников качественным контентом и хвастается своими творческими успехами. Всем известно, что у Кароль скоро выходит новый альбом «Найти своих». Недавно певица опубликовала загадочный видеоролик, являющийся тизером не то к альбому, не то к клипу, не то и вовсе короткометражному фильму. На видео Тину Кароль заметили с группой людей, с которыми она таинственно нежна. Удалось ли Кароль найти своих, и чем удивит ее новая творческая работа? Мы узнаем совсем скоро.